Ребята, всем привет! Сегодня мы с Фунтиком решили показать вам так называемые команды любви. Это что-то типа вот как собака любит своего хозяина и как хозяин любит своего питомца. Как это она проявляет через команды. Перед тем, как вы посмотрите эти команды, я вас прошу подписаться, прокомментировать, поставить лайк. Ну, все вот эти, в общем, стандартные фразы. Ну что, в путь! Начнем сразу с короночки. Фунтик, любовь. Ну, это моя умничка. Держи. Все, поехали дальше. Значит, команда любви. Фунтик, иди. Иди, иди, иди. Ай, ты моя лапка. Молодец, умничка. Фунтик, закрой дверь. Молодец, молодец. Лежать. Ползи. Лежать, ползи. Молодец. Иди ко мне. Ложись. Молодец. Сидеть. Стыдно. Стыдно. Молодец. Умница. Сидеть. Сидеть. Прятки. Ой, молодец, спрятался. Поцелуй. Целуй. Ой, целуй. Молодец. Задом, задом. Сюда. Задом. Лежать. Спина. Спина. Молодец. Иди ко мне. Сиди. Давай. Дай другую лапу. Умница. Отдых. И проси. Проси. Проси, проси, проси. Умница, молодец. Сидеть. Фунтик, дай пять. Пять. А давай, обе. Ай, красавчик. Прыгай. Забыли две команды. Продолжаем. Фунтик, как ты меня любишь? Говори. Говори. Не слышу. Говори. Говори, говори. Говори. Да, любишь. Молодец. Ну и самая простая команда. Ко мне иди. Иди ко мне. Нет, нет, вот сюда. Иди ко мне. Ко мне иди. Давай прыгай. Молодец. Умница. И простая команда. Служи. Ко мне. Служи. 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 Ай, молодец. В общем, вот эти команды, на мой взгляд, они показывают, как питомец проявляет любовь к своему хозяину. На мой взгляд, именно эти команды. Ну и еще раз, последний раз, короночку, Фунтик. Любовь. Молодец.